Привет, ребята, с вами Мавик. Мы продолжаем играть в Watch Dogs 2 в ожидании. Ох ты ж, блин, а Watch Dogs Legion. Ох ты ж, засранец. Тебя вообще надо убить или нет? А чё они вообще... Блин, на какого-то гопника похож. Какой преступник. Возьмем гробач. Что у нас здесь? Поддержка с воздуха. Нам вообще надо обезвредить всех. Теперь он точно наш. Это он меня? Это он меня засек? Союзника обнаружили. Нет. Это же... У него ствол! Наша территория есть посторонние. Хакер нас разносит. Шлите подмогу. Говори, что надо. Хакер нас разносит. Просто все выносит. Так, зря ты сюда вышел. Куда ты бежишь? Блин. Охота. Ну вот именно что охота началась. Конечно, повеселимся. Давай, 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 вылазь. А, есть, отлично. Перезарядочка. Ай, ай. Блин. Хорошо, что у нас напарники есть. Это, похоже, был полицейский. Ему нужна помощь. Что-то скучно мне. Ах, твою мать. А, кстись. Здесь где-то нам надо что-то... А, здесь. Топ назад. Фигл наверх. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Где-то, где-то. Твою мать. Кто-то сверху стреляет. Мазафак. На указанном участке код 1033. Сообщите обстановку. А, вот еще один груз. Да? Это ж груз? Полиция едет, блин. А где, где, где груз ты? Вот как сюда войти? А в следующий... В следующий раз. Я сюда не мог залезть. Я сюда не мог залезть. Были двери закрыты. Но мы получили ключ и сразу вошли. Все, покинуть зону. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Вижу его! Вон он! Черт возьми! Руки! Полицейский ранен! У нас приказ пропал. Давай, напарник. Залазь быстрее. Так тебе только хуже. Поехали. Полотеру Юсуф. Всем постам. Я не понимаю, это чувак, который со мной ездит. Это ж бот? Мы на месте, ждем
объект. Смотрим в оба. Поняла. Иду на сближение. Отправляем одну машину на поиски. База, он ушел. Разошлите ориентировку. Скройтесь от преследователя. Оба, за нами вертолет едет. Уедет, летит. На месте, замри. База, сообщите местным. Патруль, рядом с нами обнаружен преступник. Побежали, бляха. Тут стрельба, проверяем. На поиски подозреваемого отправлен патруль. Ну, от вертолета, по крайней мере, мы скрылись. Союзник, ты где? Да беги ты, твою мать. Чувак, ты быстрее, чем я, бежишь. Что? Это за мной собака бежит. Мне нужна помощь. Давай. На заднее сиденье можно с... Прикольно. Полотериусуф. Мой напарник. Мазафака. Мой напарник, это просто реально, наверное, бог. Скройтесь от преследователя. Неужели это основная сюжетная линия? Или нам просто все надо пооткрывать здесь? И тогда у нас будет все чики-пики. Продвижение по сюжетной линии. Блин. Ну давай, короче, я не понимаю, как от них скрыться, в здание какое-то забежать. Или вертушку эту снять нужно. Так, надо было просто таранить полицейских, и тогда мы от них скрываемся. Но вот вертушка нас, если догонит, это будет печалька. Надо было просто с дороги съехать. Чувак, ты куда бежишь? Капец. Жесть. Что ты говоришь? Алло. Люмба-гаралюга? База, воздушную поддержку. Так. Огонь на поражение. По нам стреляют. База, мы слышим стрельбу, проверяем. Видим объект. Есть, мы сняли.
Ну все, побежали. Побежали на катер. Чувак обдул, блин, и смеется. Нифига вообще ничего не видно. Будем... Ах, так, блин, главное не разбиться. Напарник, ты где? Начали поиск. От нас не уйдет. За напарником надо вернуться. Our denim clothes are a blank canvas for you to tell your story. You build up a relationship with a pair of jeans when you buy. Ах ты ж, бля. Напарник, сори, сори. Залазь. Your style, your story. Капец ты лох. Ну, давай, йоу-йоу. Гляньте под мостом. А он на дне? Ах ты ж, блин, ладно. Нам где-то высадиться в другой стороне и напарника с напарником. Задание выполнено. Получено фолловеров плюс 15 тысяч. Рядом проходит операция. Слушайте, нам эти операции все, похоже, надо открыть, что ли? Давайте-ка еще раз глянем. Разработка. Исследование. У нас 4 очка. Стрельба. Боевые навыки. Это у нас улучшенная ловкость рук. Повышает скорость перезарядки для двуручного инструмента. Это мертвая хватка. Увеличивает радиус действия шокового пистолета. Если мы сюда пойдем... А, здесь сразу 4 очка. Давайте выйдем. Посмотрим, что мы сможем еще добавить. Ботнет. Расширить возможности взлома. Механизмы, гаджеты, взлом города. Расширенные возможности взлома. Увеличивает количество фолловеров DCEC, чтобы получить очки исследования. Нет, оно не совсем нам поможет. Станционное управление. Взлом город. Позволяет активировать ворота или взорвать паровую трубу, чтобы рядом... Когда рядом проезжает враг. Нет, ну, блин, ну я даже не знаю, что можно сделать. Давайте все-таки вложимся в нашу стрельбу. Все-таки взламывать мы и так умеем. Только повышает скорость перезарядки и увеличивает радиус действия шокового пистолета. Радиус увеличивает, повышает скорость перезарядки. Повысим скорость перезарядки. Будет быстрее стрелять. ДЦК. Беззаконие, на страже закона, кибердрайвер, чит, конец империи. Конец империи. Основная операция. Это у нас все были сетевые, сетевые, сетевые. То есть мы сражались с какими-то ботами. И, возможно, у нас был даже игрок, реальный игрок. Давайте. Нельзя отследить. Конец. А почему нельзя отследить? Назад. Why? Значит, вот это вот основная. Нельзя отследить. Побег из киностудии. Только для одиночной игры. Задача. Посмотрите трейлер. Назад. Йоу, ретро. Тут кто-то из Prime 8 терроризирует город. Черт, копы уже выехали. Нам же не сетил. PvP рядом идет PvP. Нам не надо PvP. Доступен новый контент. Подожди. Назад. Это у нас какая? Дополнительная операция. Нам же надо основная операция. А почему основная операция у нас не может быть? Нельзя отследить. Ах ты ж. Фак.
Сесть. Ну, давай сядем. Отключить. Все, мы тебя отключим, короче. Не причиняйте вред союзнику из DeadSec. Нам вообще причинять 441 метр. Я выйду. Это бот. Это бот, и он засранец. Потому что он не хотел ехать туда, куда нам надо. Ах ты ж... Охренеть. Нет. А в него стрелять мы никак не можем. Не могем. Ах ты ж... Бля, вот это вот охренеть. Вышел из-за руля. Поехали. Давай. Давай, давай. Охренеть. А я пока весь буду здесь стрелять. С дороги, бля. Все, дальше я сам. Картун. Карта, карта, это что у нас? Операция высокий. Открыть в приложении DeadSec. В общем, ребята, чтобы вернуться к основной операции, не к сетевым, мне надо было всего лишь вернуться в эту же берлогу обратно, и получил я новое задание. Но видосик один там пропустил, они с ребятами, ну этот нигер, Марку сел, посмотрел видосик и решил кое-что, какой-то видосик там запилить в этом... В этой игре его направили отправляться в HMP Studio. Я хочу еще, знаете что? Где это... не лаборатория, а Magic Box. Хочу купить себе винтовочку. Я не знаю, сколько бабосов у меня уже есть там. Оружие, оружие, дроны, квадрокоптеры. Мне нужна винтовочка-снайперка. А у меня 60835, а для самой простой винтовки снайперка это 64 тысячи надо. Блин, а вот 24. Отдача, перезарядка, магазин. Так, дальность. Не... Подожди-ка еще раз. Дальность нормальная. А это с глушителем. Темп, перезарядка. Попробовать или подкопить еще бабосиков, разобрать. Можно это оружие? 24 тысячи стоит. 24. Какая разница здесь? Урон. Максимальный, дальность максимальная. 70 тысяч. Здесь. Урон маленький, дальность большая. Нам нужно с максимальным уроном. 70 тысяч. Еще 10 тысяч. 10 тысяч перезарядка. Подкопить еще 10 тысяч. Не хочу всякое фуфло покупать. Говно. Если нам надо нормальное оружие, значит мы должны и нормальное и покупать. Подкопим. Отправляйтесь в HMP Studio. Ну давай, открывай. А, кстати, ребята, я еще здесь не заснял. У меня появились новые способности, которые я... отдал, сейчас увидите. У меня появились шоковые гранаты. Шоковые гранаты позволяют временно оглушить противника электрическим зарядом. И у меня еще появилась способность СВУ. Мощное взрывное устройство, созданное DeadSec. Взломайте, чтобы взорвать. И все это у меня, еще раз, на Q нажимаю. Цифры 1, 2, 3, 4, 5. Это у меня на раскладках на клавиатуре есть. Не знаю, как они будут использоваться в... Откроем двери. В игре на контроллере, вернее на геймпаде.
Вы думали, что фильм будет хорошим? Ну да, а то. Смешной же. Круть. Цитата. Я серьезно. Ну это прикольно, круть? Что к основной игре. К основной игре мы уже приступили. Я знаю, что ты меня провоцируешь. Мне мотоцикл нравится. Я уже говорил, что в машине музыка играет. Мне она не совсем прикольно. То есть кибер-марать? На встречку выехали, окей. Здесь остановимся. Я сказал. Открыть двери. И в тупую. А вот и она. Hook Motion Picture Studios. Hook Motion Picture Studio. Да, это не Голливуд, конечно. Задача выполнена. Взломайте третью студию HMP. Побежали. Я ж здесь не... А, подожди, нам надо всех взломать. Мне бабосы нужны. 64 бакса. Мне еще 10 тысяч долларов с копейками надо. Мне надо купить... Блин, а. Винтовку хочу купить. Что нашла? Привет, фотка. Развали, дошла. Дошла, конечно, фотка. Вот и все. Все еще в чатах сидят. У нас все в вайберах сидят, а они все в чатах. В мессенджерах. Ломайте. Чуваки, у вас есть бабосы? Нету. Значит, мы вас накажем. Открыть двери. Внимание, вы зашли в закрытую зону. Так, народ, я тут. Народ, я тут. Хочу дать кому-то народ. О, бабосы, 59 баксов. Здесь же охраны, в принципе, не должно быть как таковой. Студия цивильная. Так, ребята, у нас нарушитель. Ух, блин. Возможно, находится рядом с вами. Я думал, у меня шоковый пистолет. Ёб твою мать. Трудяги разбежались. Какую гранату, твою мать? Какая нафиг граната? Кстати, у меня ускоренная перезарядка. Работяги разбежались. А, все? Прыжок. Нам нужна вот эта вот штукенция. А, да? Нет, не она. Полицейская, смотрите. Тут полицейские автомобили здесь снимают какой-то экшен драки. Да. Здесь снимают полицейскую историю. What is this? А, давайте так, если кто-то подойдет, пусть... Будет взрыв. Небольшой, но будет. Ломать. Что там? Открыть надо через камеру. А, здесь может вход. О, прикольно. Смотрите, какие зеленые. Вы знаете, кстати, что это? Зеленый — это хромакей. Возможно, здесь снимали Avengers. Кто-то там наверх. Давайте наверх залезем. Нычка за нычка.
Спак, нужна помощь! Сват, нужно. Внимание! Предполагаемая цель или цели замечены рядом с вами. Кажется, он где-то там. Все. 22 метра. 19, 18. Вот в это вот здание надо войти. Как туда взломать? Как взломать? Через верх. Через верх я не видел, чтобы можно было зайти. Через верх, ну никак. Нычка-занычка. Нужна помощь, а мне надо... Такого я не ожидал! Да, я сам от такого не ожидал. От себя. Ах ты ж твою мать, я думал бомба перелетела назад. Мазафака. Так, ну что же, начинаем взлом. Так, народ, я тут. Сорян, братаны. Айс, айс, бэйби. Камера, подключиться к камере. Посмотрим, что мы сможем здесь повзламывать. Выследим его. Что? Нужна помощь. Так. Капец. Есть сигнал. Цель, возможно, так, находится рядом с вами. Мне пофиг, что вы стреляете по мне. Мне надо, главное, на второй этаж забраться. Оттуда я всех порешаю. Ловушка сработала. Вызвано подкрепление. Чувак, бабос есть? Он меня попал, не может быть. Не достаем чуть-чуть. Так, что у нас здесь? Тут оставаться нельзя. Наверное, я вас так, всех буду мочить. Где ты стреляешь? А. Перезаряжаю.
Так, где там у нас? Сюда пройти. Что за... А, нет, открыто. Один метр, один... А, вот. Все? Можно воспользоваться? Yep. Теперь что у нас? Нашел! Сценарий кибердрайвера! Скачайте переписку, украдите сценарий, взломайте третью студию. Наверх, на второй этаж, там подняться что-то должно быть. Это мне ни к чему. А, тупые боты. Где-то наверху кто-то еще заныкался. Так, здесь двери не заблокированы. Есть. Все четенько, быстренько. Покиньте область. Что у нас тут? Область нашел тьмы. Письма. Класс. Не очень секретные письма. Похоже, все у меня. А что машина? Ее здесь нет. Надо искать в другом месте. А я на выход. Оружие спрячем. Да, прячь ты оружие, мазафака. Чтоб не привлекать внимания. Полиция едет. Полиция. В общем, ребята, с вами был Мавик. Ставьте комментарии. И следующую серию мы продолжим с этого же места. В следующий раз. И пока-пока.